А там кто его знает? Давай, газу, газу, газу! Мотор заводите. Ну да, у меня еще корабль плюс поврежден. Какой там нафиг мотор? Медузий камень. Под лежачий камень вода не течет. О, отлично. Хорошо, что у меня отношения со всеми нациями нормальные. Хотя их не корабли, только так. Граблю. На раз-два. Зато можно зайти к любому торговцу, вот купить хавчика на плавание. И заодно зайти к корабелу и починить свой несчастный корабль. Потом, как всегда, зайти к губернатору, отказать дочке, посетить таверну, набрать ушлепков. Так, с индейцами. Ну, давайте, купим. Не-не-не, это неинтересно. Так, все, отплыть нафиг отсюда. Нафиг, нафиг. На Фиджи! Мы держим курс на Фиджи! Ха-ха. Будем отдыхать и пить коктейли с трубочки. Так. Для коктейля еще рано, надо найти сраную сестру. Ну да блин. Это глупо. Я уже сколько еще никак не могу найти этот риф тупой. Может, его вообще не существует. О, ветерок. Попутный. Такой ветер нам благоприятствует, а большего и не нужно. Уху! Поплыли. Что-то там они мутят непонятно. Страшно, что-то они там мутят. О! Ветер. О-о-о! О, три штуки подряд. Надеюсь, тут одна из них наконец-то жестокий риф. Ну? Жестокий риф, давайте. А! Говно. Вот боевое каноэ. Это индейцы, да? Нифига себе. Там мне за ними даже смысла нет гнаться. Ого, гляньте. На череп похоже. Она сейчас смоется от меня. Ну да, у индейцев очень огромное преимущество в скорости. Они просто удрапать могут. На 2 месяца еды у меня хватает. 225 человек. Ну где тут эти барьеры конченые? О! Я еще тут не плавал, надо сюда заплыть. Там по-любому этот глупый барьер будет. И где вот этот придурок? Черт, мы его уже проплыли! Надо было там его забить, осла этого. Ну ладно. Хрен с ним. Главное сестру найти. Тут хорошо, вот шторм сразу скорости прибавляет. В корсарах как в шторм залетишь, то все, это жопа. Корабль так потрепает, что он... Это хорошо, если просто потрепает, и там в живых останешься, там грузу потеряешь 50%, это хорошо. А то бывает так, что вообще корабль в щепки, написано, конец игры, вы утонули. Вот это вообще жесть. Да, корсар это тоже классная игрушка. Но... Тут-то я не знаю, сколько часов в игре, а в корсарах там еще больше. Там вообще на бесконечно, можно сказать, можно играть и играть. Это тоже как бы, но тут какой-то не какой-то сюжет есть. В корсарах, по-моему, тоже какой-то сюжет есть тупой, но там он такой странненький. А вот тут что-то родственники какие-то пропавшие. Но все равно, у меня на первом месте из пиратских симуляторов это корсары. Это вообще даже... не обсуждается. Мой любимый, моя любимая игра это Корсары из пиратских симуляторов. Потом сразу же у меня идет вот эта игрушка. И потом есть, короче, место Корсаров. Еще очень там какая-то старенькая игра, вот я не помню название. Типа Джека Воробья, вот что-то такое. Тоже очень такая интересная. Так.
Вот я заплыл в это, не знаю, в пузырь в этот или как еще тут сказать, ё-моё, в этот шар. Надо теперь зайти в город. 34 типа продлевает вашу жизнь. С губернатором он по-любому должен меня наградить. Нет? Не-не-не, я не хочу. Уже задолбался танцевать, пошли вы в задницу. Надоело. Я понимаю, что за это дают подарки или еще что-то, но уже как-то поднадоело танцевать. Уже просто реально хочется найти этот мыс и посмотреть, найти сестру. Я сколько играл в эту игру, ни разу не находил сестру. Теперь я должен ее найти. Карта есть, все есть, чисто мыс осталось найти и все. Наверное, когда мы найдем мыс, это все, игра будет окончена, я так думаю. Хотя, кто его знает. Вот еще какие-то ушлепки плывут. Шо вы ко мне плывете, вы что, не знаете, кто я такой? Я самый крутой пират на всем побережье. Давайте. А, ну да, у которого 9 пушек всего лишь. Самый крутой пират вообще. Давай нападаем. Вот так вот это делается. На тебе, ублюдок. Ну да, рукой там протер, оно сразу зажило, все пучком. Но наш тип тоже, конечно, классный. От пули уворачивается, еще так смотрит, ну, назад, как будто видит, куда она полетела. Не, ну это вообще нуба-пираты какие-то. Идиоты просто. Много кораблей я не беру с собой, потому что плыть с ними долго, еще дольше, чем с одним. Когда куда-то плаваешь или что-то ищешь, лучше одним кораблем плавать, это самое нормальное. Когда много кораблей, это фигня. Они тебя тормозят, кто-то не успевает, кто-то еще что-то. Да блин, мне не нужен ваш корабль. Нужно было бы, я бы уже давно вас бы в щепки разбил. Кюрасао, сраная. Да не атаковать, так плывем. Ну, где тут еще рифы? Куда я плыву? Вот полностью сейчас вот это все проплыву. И тут где-то я должен найти этот риф. Если нету, я не знаю вообще, где этот риф должен быть. Придется тогда юзать интернет. И посмотреть, где эта странная сестра. Интересно, у меня пропавший родственник только сестра или еще кто-то там будет? Потому что вроде ничего как-то не говорится. Сестра, сестра, ну вот сестра. Карта есть, все есть. Осталось только жестокий. Искать к югу от Пуэрто Принста. Погодите. Пуэрто Принста. Пуэрто. И где это? Хрен его. Чё-то я не... Не, ну должен же быть написан, что мыс. Жестокий мыс. Как-то туповато все равно. Пуэрто Принта. Но тут я был, да, тут как бы ничего нет уже. Все равно сейчас чуть-чуть проплывем с этой стороны. Может быть, я тут мыс тогда не увидел. Или пропустил. Что-то фигня это все. Так. И разделим добычу. Ни хрена мы не будем делить. Пошли в задницу. Я уже один раз поделил. Вот видите, долго нельзя плавать, иначе сразу дележка добычи начинается. Мне не надо делить добычу. У меня и так денег нету. Было под сотню, да ладно, с удовольствием. Не хочу. Таверну. О! Давайте мне этот какой
Ай, блин, как гармошку, во. За 0 золотых чинит. Проверить статус. Вы начали карьеру в 1660. Так. Испанским капитаном. Сейчас вы достигли уровня ученик с навыком фехтования. Сейчас вам 24 года. У вас хорошее здоровье. Провели в море 19 месяцев. Экипаж состоит из стать так. И бунтует. Ну, пойдет. Что? Убежали. Ну и хрен с вами, задолбали вы меня. Убегать? Что тут такое? А, это дерево. Черный знак. Блин, а? Так где же этот мыс? Может быть, он тут где-то. Вот осталось чуть-чуть проплыть, сейчас проплывем. Если нету, то я юзну интернет, посмотрю. Но то, что я уже не знаю, где можно еще найти эту всю фигню. Вот какой-то мыс, может быть это... Да, не. Добыча это самое последнее, что можно сделать. Так, куда это я уплыл уже? Тритант или Тринад? Куда я плыву? Он пойдет. Так, все, харе. Надо выходить, я сейчас в интернете посмотрю, потом и продолжу. Ну что ж, всем привет! И мы с вами продолжаем играть в пиратов. Мы тогда остановились, когда я говорил, сейчас я проверю, что в интернете, ну, где найти сестру. Но уже с того момента, когда я приснул видео, прошло 2 дня. Так что сестру мы так и не нашли с вами. Я полазил по интернету, ничего не нашел. Поэтому я даже не знаю, где она. Придется так искать по карте. Но я думаю, что мы ее навряд ли найдем. Ну давайте попробуем. Так. Отплыть. Так. Давайте. Нам надо что? Искать к югу от Пуэрто-Принсапе. Давайте сейчас это Пуэрто-Принсипе, наверное, так. Пуэрто-Принсипе. Давайте, Пуэрто надо найти, карта. Давайте искать. Пуэрто. Угу. Так, а как тут сделать? Плюсик это типа побольше? Так вообще хрен видно. Пуэрто. Но это, наверное, не маленькие города, наверное, большие города надо искать. Я так думаю. Пуэрто. Так, Тортуга, Порт-Рояль, Пуэрто-Принсипе. Вот оно. И вот тут где-то надо это найти. Так, значит, мы плывем туда. Короче, надо плыть вот сюда, Пуэрто-Принсипе. Так, давайте. Поднять паруса. Держим курс на Пуэрто-Принсипе. Уху! Так, поплыли. Блин, хавчика мало. Надо подзапастись едой. Испанский торговый галеон. Ого, с ним охрана даже. А у меня пушек нет. Даже смысла нет стрелять. Сейчас на абордаж его возьмем. Да вы задолбали у меня стрелять. Они мой корабль сейчас так нафиг потопят. Ну давай, на абордаж. Отлично. Так. На тебе, подлюка. Будешь знать, как со мной связываться. Какой он дерзкий. Преимущество, ну у меня больше. Так, надо еду забрать. Можешь люк поставить себе.
А он вообще без модернизации. Ого, ценностей. Забрать надо. Я чуть не увидел. И пушек у меня нет, надо пушки забрать тоже. Короче, забрать все. Так. Это все хорошо. Но нам еще надо убить вот этот корабль. У него 6 пушек. Может, сейчас станет меньше. 2 пушки. Блин, а так к нему хрен подплыву. У меня корабль тоже весь горит, ё-моё. Ну ничего, это нас не остановит. Вот так вот сделаем. И на абордаж. Ну понятно. Вот деньги есть, нифига себе. Денег. Забрать все себе. По-любому. Так. И плывем, куда я говорил. Так, в порт. Так, я уже забыл. Ты что, ты мне так не пугай. А, ну все правильно, плывем туда, через океан. Вот так вот держим курс. Еды на 6 месяцев, так что нормально. Испанский военный транспорт прибыл в город Тринигант. Пойдем. Это что такое? Это что-то недоброе. Такого не должно быть. А, во, все прогрузилось. Да молчать, я тут капитан. Нет, мы не будем делить деньги, их и так мало. Мы будем искать мою сестру. Ну, точнее, сестру главного героя. Так. Плывет. Отлично. Вот этого еще придурка надо было тогда по пути грохнуть. Но я что-то забыл. Я думал, он где-то примерно тут внизу будет, а он оказался там. Ну ладно, хрен с ним. Может быть, позже мы его завалим. Как-нибудь. Команда что-то у меня бунтует, вообще офигели. Да мы не будем делить, я же сказал. Сейчас чисто заход в порт какой-нибудь, у меня команда убежит. И все. Ну главное, я знаю, где сестра. Это круто. Сейчас найдем Буренька сестру. Ну это я так надеюсь, что Буренька на самом деле может быть не Буренька. Так, тут где-то должен быть процветающий город. Санто-Доминго, вот. Он, наверное, процветает, я так думаю. Так, смотрим. Я туда приплыл? Да, ну тут чуть-чуть осталось мне проплыть. Я думаю, сейчас выкинуть все корабли, оставить только шлюп. Он будет идти очень быстро, как раз нормально. Да давай уже. Шлюп — это самый такой выгодный вариант. Но сначала мы все продадим. Так, сходить к торговцу. Вот, 27 золотых. Вот сколько денежек можно заработать. Жалко, что тут нет своего города, чтобы сундуки там все такое. Сундук так понаскладывал, потом так продал. Прикольно было. Типа как корсары. Так, ну и пушек продадим. Теперь сходить к корабелу. Ага. Так, это мы продаем. Да, я уверен. Все, оставляем один корабль. Нет. Мы разделим добычу позже. Сходить к корабелу. Ой, сходить к торговцу. Еда есть, все есть. Все нормально. Посетить таверну. Типов нету. Где спрятано сокровище Джека Рекхэма? Так. Оба-на! Капитанский барьер. Капитанский барьер. Я же там был где-то. Я уже забыл, где я был. Ладно, хрен с ними. Отплыть. Губернатор, хорошо, я сейчас к нему зайду. Так, Санто-Доминго. Вам звание маркиза. О, нормально. А, я с удовольствием дарю вам поместье 50 акров в окрестностях нашего города. Так, принимайте ее приглашение. Извини, ну чел, но у меня сейчас реально дела срочные вообще. Неотложные дела, так что дочка подождет. Любовь потом. Сейчас
пиратство, нахождение сестры, бурные приключения и сундук мертвеца, юху и бутылка рома. Так что мы погнали. На нашем маленьком шлюпе, который никто никогда его не утопит. Он у нас как пуля резкий. Так что едем. Люди бунтуют. Это фигово. Я добычу не хочу делить. Пошли мне в шопу. Не хочется мне добычу делить. Пираты напали на город Леоган. Захватили горы золота и драгоценности. Ну, хрен с ним. Так, правильно мы проплывем? Правильно. Вот то, что за риф, я не знаю. Может быть, то и есть капитанский барьер, я не помню. Блин, почему шлюп так медленно плывет? Он должен быстрее во много раз плыть. Наверное, потому что возле берега плаваю. Во-во, поплыл. Да, потом. Сколько узлов? 4 узла, что так мало. Скорость маленькая. Почти доплыли. Кропаль остался. О, давайте, вот это будет у нас капитанский барьер, походу. Хотя нет. Нет, нет. Так, вот, вот эта фигня. К югу. Север-юг, да? Наверное. Так, как-то. Заплываем. Да, мы высадимся здесь. Не перечить мне, гниды. Нам надо найти жестокий риф. Мы его так и не нашли. Так. Теперь будем искать хижину или как-то там оно. Как-то так. Но этот сам город, он нам не интересен нисколько. Не, ну может быть чуть-чуть интересен, но не более. Так. Ничего интересного пока не наблюдаем мы. Вообще ничего. А мы должны найти голову или хотя бы гейзер, вот что-то такое. Или, ну вообще нам нужен каменный мост, по идее. Каменный мост. Так. Наши чубрики бегают, но ничего не могут найти. Давайте залазьте на гору, может быть, что-нибудь найдете. Один лес, 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 лес. Еще раз лес. Ничего нет. Блин, а? Это плохо. О, 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 о. Что-то там есть, что-то виднеется. Может быть, море. А может быть и нет. Что там, я не вижу. А, мы подошли к другому городу. Черт! Черт! Это не входило в мои планы. Мы здесь. Север, юг. А нам надо к югу, да? Что нам надо? Искать к югу от Пуэрто Принсапе. Принципе. Да, вот он. Север-юг. Вот где-то вот здесь, да? Значит, нам надо идти вот сюда. Наверное. А там хрен его знает. Может быть и нет. А, да, все правильно, еду. Включаем подзорную трубу, нашу любимую, без которой мы нигде не можем ужиться. Она нам всегда помогает похождениях в джунглях, в этих тупых. И смотрим, может быть, что-то мы найдем. Но пока я вижу только деревья, деревья, деревья. Оп-оп-оп. Опа-оп, опа, Гандам ставил. Это что у нас такое? Это, походу, мы до города дошли. Нет, мы в город не будем заходить. Он нам не нужен. Нам нужна наша эта дура. Сестра. И почему-то нахождение пропавших родственников. Их что, несколько? Если их несколько, это, блин, вообще засада.
Это полная задница. А, ну вот, еще какой-то городишко сдохленький. И где-то тут должно быть что-то. Блин, я тут уже сколько лажу, но нифига не могу ничего найти. Да, выруби ты свою подзорную трубу. Что-то тут...